Заключительный забег чемпионат России 800 метров. 2019 год. Данил Переметов возглавляет забег. У каждого свои задачи. Но вот Данилу Переметову приходится выходить и вести. Нормально понесли пацаны. Сейчас они будут ловить молочную кислоту. Еще раз напомню, шестой результат 11.50. Впрочем, вот даже поправляют сейчас на компьютер. 11.57, а только то. 53.90. 137. Это Игорь Рощупкин выходит вперед сейчас. Ничего себе Рощупкин. Москву представляет Игорь. Рощупкин — это наш пейсмейкер, который провел Вову Никитина на рекорд России. Все, неоднозначно. Что-то с Переметовым не то. Отметка 600 позади. 1.20.41. Ничего себе, Рощупкин парень. Богдан Морозов бежит впереди, но есть шанс, что все еще поменяется. Богдан атакует. Ну вот, Переметов. Смотрите, какое сохранение скорости. Такое ощущение, что в гараже 100. Что стало с Переметовым, непонятно. Ну как, выигрывает? Оправдает. И не попадает в финал. Положение лидера сезона попытался Данил Переметов, но посмотрите на табло, друзья мои.